Всем доброе утро. Как видите, я нахожусь посреди леса. Тимирязевский лесопарк в Москве. Поскольку сегодня день растяжки, растяжку я не показываю, потому что я не буду растягиваться на улице. Это не самая лучшая идея в такое время года, в холод. То я решил комментировать это, показав вам еще одну очень интересную, необычную площадку. Такую самодельную, созданную еще в советское время, силами жителей района. Вот. Но для этого до нее надо дойти, она находится где-то в середине лесопарка. К счастью, у меня в приложении она отмечена. Я надеюсь, что Виталик ее отметил правильно. Я смогу ее найти, конечно, вот сюда. Ну, минут через 5 приду и продолжу уже тогда видео с площадки. Кажется, мы почти пришли. Вон там уже вдалеке она виднеется. Ай, блин, тут столько горяк. И даже народу дофига, слушайте. Я, честно говоря, очень удивлен, что в парке, в глуши дофига народу. Прям как на площадке, которую на виду, почти никто не занимается. Это интересно. Вон она, если видите. Если не видите, сейчас подойдем поближе. Подошли, площадка, честно говоря, довольно сильно напоминает площадку в парках, в Волжском парке, что ли. То есть здесь очень много всякого самодельного оборудования. Гири. Железные всякие станки. Офигеть. Тренажеры. Полноценные. Турнички. Кольца, шары, блин. Да, Виталик не обманул, реально здесь есть все для хорошей тренировки. Это круто. Лестница, деревья. Еще штанги. Скалолазная штука. Лесенка. На 50. Турничок. И по мелочи оборудование. Да, здесь круто. Круто. Деревянные большие брусья. Поскольку на площадке сейчас занимается очень много людей, и чтобы не отвлекать их своей бессмысленной болтовней, тренироваться я сегодня не буду, у меня денёк, а то решил отойти в сторонку, чтобы записать еще пару вещей. Во-первых, ну, не заканчивать же видео, просто показав вам площадку. Мы наконец-то выпустили видеоинтервью с Олегом Аксеновым, человеком, который придумал само слово «турникмен», одним из легендарных дворовых атлетов, в котором он рассказывает про то, как все начиналось, и вспоминает вместе с нами, с чего зарождался дворовый спорт, как проходили первые встречи, как это все развивалось. Я думаю, многим будет интересно посмотреть, тем, кто тогда был, поностальгировать, тем, кто тогда не был, увидеть, с чего все начиналось. Вот, это первый момент. Второй момент. Некоторые пишут про то, что у них в тренировках есть плато. Не знаю даже, можно ли это назвать плато. Потому что когда ты потягиваешься меньше 20 раз, там, в принципе, негде взяться никакому плато. Ты просто делаешь что-то не так. Либо слишком зацикливаешься на конкретных числах, цифрах, и понимаешь, как тебе двигаться дальше. В этом плане мой совет не зацикливаться на одном подходе. То есть очень многие думают в рамках одного подхода, вот они могут потянуться там 18 раз, и 20 им не дается, и все, и что делать.
смотрите на свою тренировку более широко. То есть смотрите, допустим, в рамках не одного подхода, а пяти. Если вы можете в первом подходе сделать 18, во втором там 10, дальше 7, 5, 5, допустим, какой-нибудь такой разброс, то на следующей тренировке, даже если вы в первом сделаете 18, пробуйте сделать во втором не 10, а 11. В третьем там не 7, а 8. В четвертом не 5, а 6. То есть старайтесь увеличивать числа. Вы увеличиваете общий объем, и если вы сохраняете при этом время отдыха между подходами, значит, вы становитесь сильнее. И в какой-то момент это приведет к тому, что вы в первом подходе сможете сделать не 18, а 19. Понимаете? А если вы все время будете думать только в рамках одного подхода, вот у вас получается 18, не получается 19, и все, вы ничего не можете сделать, это будет вас морально давить, вам будет переставать нравиться тренироваться. Зачем это все в конечном итоге? Вот реально. Вы же тренируетесь не для того, чтобы сказать, я могу потянуться 20 раз. Тренируйтесь, чтобы обрести силу. Вот и тренируйте силу. Все очень просто. В общем, честно говоря, меня очень сильно порадовало, что сейчас очень много людей на этой площадке. Хотя, блин, немногие знают, где она вообще находится. Но у нас на карте она есть, в описании к видео она тоже будет. Кто из Москвы, очень рекомендую ее посетить. Просто посмотреть разные вещи, которые я показал, потренироваться на них. Я думаю, даже мы с Саньком запилим здесь какое-нибудь видео следующей весной про такой настоящий русский гетто-воркаут. Будет забавно. Вот, а на сегодня все. Поеду разминаться, растягиваться. Здесь я закончил съемку. Получилось видео не очень длинное, но, надеюсь, интересное, вам понравилось. Пишите в комментариях. И увидимся завтра на новой площадке, где я снова буду делать круги.